Всем привет, ну что, будем проходить битву гильдий, потестим нашу новую Фрею, вот такой вот сборочки. Попробуем что-то ней затащить. Она прокачана на максимальный урон. То есть, как видите, топор, даже снаряга. Все сделано для того, чтобы она по максимуму дамажила. Ну, потестим, посмотрим, что у нас сейчас получится, будем бегать. По топам будем менять составы. Потестируем также Минотавра. Опять шанс слива минимальный. Так, битва гильдий. Идем делать топов попу. Так, окей. Раз, два. Самое главное, чтобы ворожай наш быстро не слился. Так, снесли. Окей, еще заходик. Снесли Фрейю, обидно. Так, опять Бигфут прибежал. Какого хрена ты сюда прибежал, товарищ? Сейчас попробуем чуть-чуть ниже пустить, ближе к центру. Так, раз, два. Так, а чё ж мы тащим сюда? Хорошо. Пробуем с другой стороны. Возможно, надо будет поменять все-таки ворожей. Или давайте Анубиса. Так, попробуем загреть на Анубиса. Ворожей сливается очень быстро. Это обидно. Так, сейчас мы сделаем. Там замедление. Нет, все-таки должны затащить. Надо просто, чтобы Фрея побольше выпустила своих этих мелких вертолетиков. И ворожай не бежал слишком вперед. Вот, нормально. Отлично. Афину слили. Ворожай под хил давай. Так, так, так. Ну, Бигфута тут нам не надо. Вот Бигфут все испортил. Делаем еще заходик. Так, ворожай. Под хил. Ну, от хил где? Где Фрея? Кто будет ее хилить? Надо выманить просто одного героя. Анубиса я не хочу. Давайте еще раз пробуем. Смотрите, ворожай просто не дает отхила. Ладно, попробуем по-другому. Ворожай. Вот так вот вроде получше будет. Так, этого слили. Ну, смотрите. Смотрите на картину, ребят, просто. Почти. Жестко она, конечно, дамажит. Так, давайте подальше. Это тут. Ой, я Бигфута выпустил своего. Зачем он мне? Мы все-таки затащим его в два героя. Вот, нормально, 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 держимся.
зацепились. Но опять ее сливают. Видите, все-таки с бастом она как бы по более универсальная будет. Вот почему ей надо все-таки вкачивать таланты с жизнью. Не хватает ей. Хотя у нас и ворожей есть, и ангел есть. Так, стрелка слили. Сейчас Бигфут опять напортачит нам все тут. Если, конечно, он выживет. Так, давай, Бигфута. Окей. Сейчас попробуем с другой стороны зайти. Попробуем зайти вот отсюда. Сливается, видите, тоже отсюда не катит. Так. Ну почему? Почему ты бежишь сюда, Бигфут? Зачем ты здесь, волочь? Ну, попробуем вообще по-другому сделать. Раз, два. В принципе, такой вариант получше будет, потому что все равно сливает. Так, не хочу я Анубиса, конечно, использовать. Ну и ворожей с воодушевлением для битвы гильдии и атаки как-то не очень заходит. Вот нормально юниты подбежали, вот это получше будет. Главное, не забегайте к этому. Так, все, стрелка мы слили. Смотрим дальше. До свидания, Бигфут. До свидания. Вот так вот, ребят. Два героя топа в попу мы сделали. Без, грубо говоря, без особого там напряга. Пару перезаходов удачных. И до свидания. Так, добиваю. Дефом просто унижаю. Хотя тут такой деф. Так. Так, смотрим, что тут у нас. У нас тут опять Афина будет заряжать. Плюс стрелок. Ну, попробуем. Тут, скорее всего, надо будет Минотавром бегать. Да, видите, что делается. Ну-ка, попробуем вот так вот сделать. Раз, два и три. Ворожей просто нахрен слили. Бигфута слили. Видите, тут так не канает. Тут нельзя просто так взять. Тут можно минусом пройти налегке. Так, ну давайте еще попробуем. Конечно, мы уже просрали. Так, не отсюда. Попробуем сверху. Просрали возможность. Так, раз. Давай, ворожай. Давай. Не. Очень много дамага. Плюс Фрейя у нас еще, плюс башня, плюс Анубисы. У меня даже ворожей не успевает ее отхиливать. Ладно, к нему мы вернемся потом. Идем искать следующих жертв. 356, 381. Понятно, идем сюда. Так, что тут у нас? Тут у нас все походу печально. Раз, а тут два. Стрелок, до свидания. У нас осталась Фрейя вражеская. Вот с Фрейей у нас могут быть терки. Тут Минотавром тоже изи будет. Так, ладно, пробуем.
Пробуем. Так, кто у нас тут стрелок, в принципе, есть. Ворожая слили. Ну, тут вечный бой можно сделать. Единственный вариант тут еще стрелка сейчас подключить, чтобы Минотавра не брать. Вот видите, как налегке мы стрелка слили. Кидаем своего стрелка. Ай-яй-яй, ворожай, ты не туда пошел. Попробуем так сейчас. Тут просто выманываете вот так и стрелка. Потом берете и все. Так, пробуем дальше. Заходим внутрь. Вот тут интересно будет сейчас. Шанс слива минимальный. Так, отхилилась. Анубиса мы, по-моему, слили. Не, стрелка нашего слили. Анубиса мы не слили. Ладно, сейчас попробуем всех втроем кинуть. Так, раз, два, три. Вот таким вот. Так, стрелок слился. Ворожей. Нет. Ну, Фрея на Фрея, это, конечно, долгие и длительные мучения. Ну, ладно, еще попробуем. Так, стрелка мы вражеского не слили. Из-за этого мы сейчас отсюда... Надо изначально стрелка слить. Ну, два захода, стрелка просто нет. Все, со стрелком разобрались. Можно тыковку попробовать, кстати, сюда. С тыковкой тоже будет интересная вещь. Но это очень опасно. Так. Видите, да, что делается? Так, ну-ка. Давайте. Стрелок, блин, ну чё ж ты дохнешь-то, а? Надо всё-таки стрелка в кубок ставить. Ну, мы зависли на Анубисе. До вражеской фрейма просто не доберемся, как видите. Она будет вот так вот стоять. Какой еще вариант? Чтобы не менять особо ничего. Давайте попробуем отсюда зайти. Опять стрелка мы не слили. Ну, как я вижу, единственный вариант вот так вот. Ну и не единственный, но один из интересных — это Минотавром просто долбить здесь отсюда и все. Вот было бы неплохо, чтобы мы сейчас... Стрелок, видите, сливается, ты ничего не сделаешь. Ладно, сюда мы вернемся с Минотавра. Так, что тут у нас? Тут у нас тоже Фрей нет. Можно делать вот так вот. До свидания, Бигфут. До свидания, Фрея. Как
Как-то здания стоят непонятно вообще. Ух ты, ничего себе. Ладно. Не так, то значит зайдем вот так. Давай, выпускай, выпускай. Есть, выпустила. Сейчас мы уронили стрелка. И нам будет все намного проще. Смотрим дальше, кто следующий у нас. Следующий у нас будет Бигфут. Бигфут, до свидания. Кто следующий? Кто там следующий наверху? Кого-то мы там уже уронили. Анубиса. Рино уже тоже пропал где-то. Неизвестно куда. Куда он делся. Все, вот так вот. Против Фреи состав 2 на 2. Сейчас попробуем. А, это же дырочка. Это Робин Гуд. Здесь поймали там. Вы поняли, что. Так. Тут все понятно. Побежали сюда. Постеснялись бы такого игрока брать, такую гильдию, как вам не стыдно? Вроде и гильдия, название нормальное. Так, вот, интересно будет. Возможно, мы удачно зацепились. Сейчас проверим это все. А возможно и нет. Сейчас будет видно. Так, подходим. Ну, блин, Анубис сейчас быстрее выбежит сюда, и он опять нам все испортит. Вот видите, портит. А так, в принципе, один на один неплохо смотрелись. Так. Так. Что там у нас? Ворожая слили, но стрелок жив. Ну, сейчас Фрей его просто затащит. Либо вариант Анубиса слить. Сейчас будем пробовать слить Анубиса. Давайте будем пробовать отсюда зайти. Раз, два, три. Вот сейчас слить в первую очередь Анубиса. Вот оно. Сливаем Анубиса, потом добегаем, наверное, но это не точно, к Фрейе. Если ворожай опять сейчас не сорвется, то в принципе будет удачный заход. А Фрейю мы уже сможем затащить. Так, стрелок жить. Стрелок жить, эй! Ай. Ну, это вечный бой будет. Сейчас попробуем еще раз. Раз, два, три. Так, Анубис, приди. Иди сюда. Вот, есть, он вышел. Окей. Опять цепанули Фрейю. А, это стрелка мы даже не слили. Думаю, что это такое? Так, окей. Чего мы Фрейю бьем сейчас? Непонятно. Непонятно. Как-то странно. Вот, сейчас бьем стрелка, обратно Фрейю бьем. Вот, нормально, 720 прилетело стрелку, вот это оно. Все, стрелка слили, опять Фрейю бьем. Анубис, иди сюда. Сюда иди.
Вот не хочет выходить, сволочь. Сейчас опять всех вытащили. Есть еще варианты, конечно, питомцев поменять. Стрелка поставить в кубок. Ладно, идем, пройдем 368. Так, что тут у нас? Тут у нас опять фраер в конце. Это интересно. Пробуем. Стрелок. А кто Бигфута будет убивать? Ну как-то вообще на изи затащили Рину и всю остальную Араву. Так, кто там у нас? Стрелка слили. Дальше у нас пошла Фрея. А с Фреей мы будем очень долго и нудно воевать. Ну тут то же самое, Минотавром. Окей. Делаем ход конем. И герой. Где наш Минотавр? Что я его потерял? Вроде никуда не ставил. Так. А, вот он. Вот такая вот сборка. Ставим ему еще вот так вот героя. Питомца, точнее. И берем на всякий случай на перестраховочку. Так. Вместо Бигфута берем. Давайте седну. Не, возьмем дерево. Так, вот такое вот дерево у нас будет. Интересное. Ставим ринку. Побежали. Так, что тут у нас? На Анубиса надо ремочку поставить тоже. Поставим каменку. Берем курунами. Так. Окей. Давайте так. Раз, два, три, четыре. Так, Фрея, держись. Что-то ты вообще как-то ты не смогла. Ладно, на мне отсюда надо заходить. Вот отсюда. Раз, два, три, пилок 4. Не делайте никогда такого у себя на аккаунте. Так, у нас Фрею слили опять. Ну, басы какие-то. Ладно. Так, попробуем этих сначала. Так, Фрея раз, Стрелок, точнее Анубис два,
выражает 3, 4. Сейчас мы сливаем юнитов изначально, потом будем кидать Минотавра сюда. Так, юнитов мы всех убрали. Кидаем нашего... Видели, как Минотавра долбанули? Моментально причем. Так, ладно. Значит, сливаем стрелка, чтобы у нас вообще все было изи. Так, стрелка слили. Кидаем своего. Кидаем Анубиса сюда. Ворожея для подхила. И Танбаса. Так, сейчас мы это быстрее сделаем. Вообще непонятная тактика, не знаю даже как ее назвать. Что это такое? Так. Поражай, жить. Да я что-то опять не то кинул. Так. Рэя, ты должна стрелка слить. Нахрена ты пьешь? Рэя. Так, ну-ка, Фрея, Анубис. Называется кинуть. Равтыкал ворожая кинуть. Смотрел за одним. Так, это не то. Фрея. Анубис. Ворожей. Минотавр. Огонь просто. Просто огонь. Так. Вот так делаем. Да не того ты бьешь. Стрелка надо бить. Так. Еще разок. Я не могу понять этой логики, конечно. Ладно. Опять бьет. Ну а стрелка кто бить будет? Насколько неудобно. Вот. Вот так вот. Чё так сразу не сделать? Так, ворожей. Так. Анубис. Вообще непонятно, что они делают. Так, ладно. Хватит этой херней страдать. Раз. Два. Три. 4. Вроде успели. Нет, не успели. Вот насколько заморочки, когда можно пройти все намного проще одним героем, а хочется именно поразвлекаться. Сколько головника. Так, Анубис, давай. Раз ударил. Отлично. Отлично, давай слил. Еще удар. 73%. Выпускаем стрелка. 82%. Кидаем дерево. 100%. Есть. Как видите, без всяких купидонов, без всяких хранителей и прочей фигни. Так, есть. Побежали следующего.
сколько там у меня осталось, две попытки, да? Мляди X побежали сюда. Так, что тут у нас? Попробуем выманить. Давайте так, раз, два, три. Не, не катит. Окей. Начинаем с Анубиса, значит. Раз, два, три, четыре. Нормально, тащим, тащим. Ворожай Афину, слить, слить, слить Афину. Вот, можно кидать Минотаврика. А Минотаврик наш не дожил, сволочь. Ну, тут они и так затащат без него. Хотя, хотя. Ну-ка попробуем ход конем сделаем. Шанс слива очень минимальный, ребят. Просто изи. Так, вот видите, насколько Фрея не актуальна на дефе. Так, есть. Что там у нас остался еще один? Так, есть Минотавра. Кто там у нас? Борцы. Раз, два, сюда три, четыре. Шанс слива минимальный. Такая вот битва гильдии, она была, конечно, длинная, но я тестировал. То есть можно бегать с таким вот Минотавром. Просто, просто топовый талант, железная воля, и не париться там по поводу бафа какого-то, по поводу еще чего-то. То есть вам надо только пару героев, чтобы слить юнитов. Фрея, допустим, чтобы держать урон. Ну, вариантов очень много. Пишите, какие вы хотите еще варианты увидеть. Но можно тащить без баферов одним Минотавром, по сути. Он в любом случае вас два раза ударит. Единственный вариант, что может его слить Фрея, неудобный, ну, во второй раз. Ну, как вы видели, это пока исключено. Так, забрать, 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 забрать. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Делайте репостики. Всем пока.